Добрый день, уважаемые абитуриенты! Мы, преподаватели кафедры экономика предприятия, приглашаем вас на обучение направлению экономика, профиль экономика предприятий и организаций. Наши студенты востребованы. Фактом этого может быть тот пример, что прошлый год студенты, окончившие этот профиль, 74% устроились работать в организациях и в компаниях. Наш преподавательский состав – это 86% высококвалифицированных специалистов. Мы готовим выпускников для компаний, организаций и крупных промышленных предприятий. Наши студенты в этом году завоевали дипломные выпускные места в университете Лобачевского, в Техническом университете, в Минском университете. Это хорошее достижение наших студентов. Организована у нас база практик более чем 20 компаний и предприятий, поэтому для студентов этот факт тоже является отличным. Мы приглашаем на обучение как на очную форму, так и на заочную. Необходимо иметь результаты по математике, русскому языку, обществознанию. Приглашаем вас обучаться на наш профиль, на наше направление. Спасибо. Профиль «Экономика предприятий и организаций» позволяет получить общепрофессиональные и специальные экономические знания, без которых сегодня невозможно не только организовать собственный бизнес, но и сделать успешную карьеру на предприятии. Это обстоятельство и обуславливает спрос на профессионалов в данной области экономики, их востребованность на рынке труда. Универсальность данного профиля позволяет выпускникам найти применение своим знаниям практически в любой организации. Выпускники пользуются спросом со стороны работодателей и практически не имеют проблем с трудоустройством.